Всем привет из Аверят. Сегодня сюжет про собак. Я, конечно, их разбудил немного, хотел по-другому вам показать. Ну, веревочки-то надо было привязать. Всем они сразу резко не нравятся. Пытаются снять. Вот такие у нас собаки уже большие-большие. Мы же переехали на улицу. И вот уже дня три, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, мы живем в будке. Все у нас прекрасно. Все нам нравится, хотя на улице минус 10. Будь здоров. Так, сегодня собакам... Какое сегодня число-то у нас? Сегодня 17 декабря. И это... Месяц и почти неделя. То есть 36 дней. Взвешивали сегодня в районе 6 килограмм все примерно весят. Живут они в будке. Тепло, вообще тепло. Нереально прям тепло. Вот я засунул руку, прямо жарко. Они туда забиваются, если им холодно. Но некоторые либо вот так шторку открывают, либо просто даже вот здесь лежат, потому что реально, видимо, жарко им. Даже на улице. Да, собаки. Собаки мои, собаки. Ай, какие игривые. Ай, такие игривые. Всем играть надо. Мамка, конечно, тоже молодец. Будет их? Да? Будет их. Ну, мы немножко грязненькие, в корме. Кушали недавно. Да, кушали. Кушали. Сейчас я вам покажу, как они на улицу выходят. Вольер для них это уже все, это мало. Мы уже вот туда до конюшни бегаем. Кстати, заметили, сетка натянут. Потому что они еще бывают пролазят сквозь арматуру, сквозь вольер. Мне этого не надо. Поэтому была вот натянута такая сеточка. Тут положили полежку, чтобы не застряли. Сейчас я открою. Мать я закрыл, потому что она тоже семиселка. Придет их, разбудит, а кормить не хочет. Они же ей очень-очень сильно соски повредили. Там прямо вообще и кровь, и вообще, ну, ничего хорошего. Как бы. Все, побежали, побежали. Вообще уже большие собаки. Да? Скажи, мы большие собаки. Все, кто куда, у всех свои дела. У всех свои дела, все прекрасно. Бегаем, носимся. Куда ты пошла опять? Меня вот смущает, что там куча навоза. Они туда, сегодня заметил, что они туда прибежали. Пытались погрызть. Ну, ладно, я вовремя заметил. Как вот их снимать? Кто-то погадил там. Вышли пока. Нам же на территории-то не какается. В общем, по щенкам, кому интересно, три щенка в резерве. Остальные пока, ну, многие думают, многие спрашивают. Раз, два, три. Раз, два. Так, а вот черно-белый туда выскакал. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Сейчас они вот все дела тут свои справят. Я уберу. Кстати, мне пришлось покупать миноискатель. Потому что это собаки серьезные. Гадим мы, будь здоров. Вот он, миноискатель. Вот это мы уже вроде маленькие, а добра-то мы это выдаем немало. Я почему собираю? Потому что Летюшка предпочитает это съесть. Вот туда пошли погадить. Ну, представляете, вот уже какую территорию мы освоили. И вот сейчас я буду ходить собирать. Вот как вот мне сюжет снимать? Я просто хотел еще Летюшку выпустить. Значит, выпущу ее потом. Панда. Вот что делаю. Так что вот, три дня, три, может, даже четыре уже мы на улице. Все прекрасно, все хорошо. Ай, только ищем. Маму и папу ищем. Маму и папу своих ищем. А нету у тебя пока мамы и папы? Нету. Да? И у тебя нету. Да, ты мой маленький. Маленькая. Мамку тебе. Пап. Шкодяры вы мои. Шкодяры. С
Сладко, да, сладко, сладко. Ну хорошая ты, хорошая девка. Ой, хорош. Ой, маленькая. Вот они опять на говно. Надо убирать его, в общем, отсюда. Ну как, пошли отсюда. Пойдем. Собаки, 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 собаки. Побежали. Иди сюда. Мини-лики там села. Ах, побежала. Ай, какая шкода. Ай, какая хорошая. Ну, какашки они свои не едят. А нет, вот мини-лити, а там кто бы... Ой, я уже запутался. Давайте я, наверное, сюда поставлю камеру. Вы пока посмотрите здесь, я буду прибираться. Мне же время-то тоже идет. Может быть, даже на землю поставить? Лишь бы они не уронили. И вот как вот их? Попробуй. Как они выросли, как они прыгают, я вообще удивляюсь. Наверное, все-таки... Вон опять она туда пошла. Собака, иди сюда. Иди ко мне. Ай, моя хорошая. Ай, бежит, бежит. Иди сюда. Ну, не ходи туда, не ходи. Ну, не ходи. Вот это тоже такая красотка. Красотка, я скажу. Я тоже хорошая. Да, все мы хорошие. У Летюшки молока, конечно, вообще хоть отбавляй. Я уже и кормежку насильно сбавил. И пускаю ты ее 3 раза к ним, чтобы у нее молоко упало. Ну просто нереально они ее тревожат. Я как бы за это очень сильно переживаю. Ладно, ну все, давайте я вот так вот, наверное, камеру поставлю. Вы смотрите за ними. А я буду убирать. Да? Собаки. Что? Что? Что, моя хорошая? Что? Да привет! Да ты красотка, красотка! Да и ты красотка, да вы все хорошие! Да хорошие вы, мы хорошие! А что делает она, грызет? А что делает? Собаки? Собаки? Давай я уберу и все. Порядок будет. Да, все ушли. Все. Ну-ка, ко мне. Собаки, собаки, собаки. Ко мне. Куда ты пошел? Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Ко мне, ко мне. Иди ко мне. Все, порядок? А то мамка опять не ест. У нас того, чего не надо. Так, тут. Кто за мной бегает? Кто за мной бегает? А где еще? Где еще? Сколько у вас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Где еще одна? Я не понял. Ушла, что ли, в будку? Ну ты чего? Замерзла, что ли? Я мамку выпусти. Я за мамкой сбегаю. Ой, бригада. Летюша, давай. Иди к собакам. Бегу. Ой, сейчас играть будем. Ой, играть будем. Давай, давай играй. Как ты играешь-то? Покажи. Как ты играешь-то? Покажи. Сегодня минус 10, между прочим.
им пофигу, они вот бегают. Ну, у них, вот мне что нравится, то, что в будке пока места много, им вполне хватает, ищут какашки, бегают, нету ничего. Места много, им хватает, они себя греют буздров, даже многие, повторяюсь, на улице спят, да? Собаки. Ай, классные, ай, такие классные, пойдемте сюда, иди ко мне, иди ко мне. Ай, хорошая, ай, такая послушная, послушная, а это кто? Тоже красотка. Вся в корме. В корме она испачкалась. Кто тут баловаться? Ты что сегодня такая лоскуха-то? Ты лоскуха такая сегодня? Тебя любить надо. Вот мамка пришла полюбить. Да ты хорошая. Хорошая. Еще надо тебя полюбить. Еще. Кстати, 22 числа, если это пятница, не ошибаюсь, если... По-моему, 22-го. Сейчас я посмотрю. Ну, как бы, в принципе, эта роль, наверное, не играет. 22-го, да. 22-го мы едем, везем сюда человека, который будет татуировки им делать. Прототуируем всех. Номера у нас уже известны. Вот сам плетюшка играет. Показать. Любит поиграть. Иди сюда. А играет она. А играет. Летушка, иди ко мне. Лети. Бегает, прыгает. 22-го в пятницу мы везем сюда. Она нам прототуирует всех. После этого на следующий день, в субботу, 23-го, мы едем, забираем щенячки, актировка будет. Ну, как-то так. Может, я немного неправильно называю, потому что я с этим не знаком. С этой терминологией, вообще с этим никогда не сталкивался. Забираем щенячки, какие-то отправляем уже на получение родословной документы. Ну и... А кто такой балуется тут? Кто такой балуется? Ну и все. Получается, 23-го можно уже щенков забирать. Давай, что делать, собаки? Играть ей надо. Она не справляется с ним. Кто хочет, уже может забирать. Ну, я по весу повторяю, что примерно у всех одинаково. Если я не ошибаюсь, в районе 6 килограмм. А играет она. Собакины, вы такие классные, вы такие классные. Вот у меня вот после обеда перерыв, после обеденный, сейчас вам поснимаю, а потом пойду работать. Не знаю, сколько у меня хватит по времени, постараюсь максимально подольше. Вот это мини-лити у нас, Хэппи у нее кличка будет. Хэппи, 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 это Харт прибежал. Ему кличку такую хозяева дали. Ну, кто успел, как говорится, тот успел. С кличкой. Остальные мы сами придумали. Да? Это такая... А, такая пушистая она. Такая пушистая. Ай, все, что-то сегодня лезет и лезет толкаться. А это что за кабанчик? Что там делают? Вот игрушки мы таскаем. Ветерок довольно-таки прохладный сегодня такой. Куда ты пошла? Ай. Ну все. В бой пошли сапоги. Надо их грызть. Нам не надо грызть что-нибудь другое, а именно сапоги. Да? На. Так. Опять что ли мы на это? Не? Ну ладно. Красавчик. Ты же я красавчик. Глазки-то какие красивые. Ай, хороший. Хороший. Все мы хорошие. Вот моделька. Да? Скажи, я моделька? Ой, я такая хорошая. Да все вы классные, да классные. Видите, шерстка, конечно, у них отличается. Вот еще мальчик один. Мальчуган. Мальчуган. Че у тебя кровь тут? Мамку опять раскрыли. Ёлки-палки.
Что мы там делаем? Глаз да глаз за ними, глаз да глаз. На 60 дней, вот я консультировался с Юлией, она сказала, ставится прививка. По-моему, потом, по датам не скажу, потом через какое-то время ставится ревакцинация и от бешенства. Такие глазки у нас красивые. Ай, какие красивые. Какие глазки-то у нас, голубые, что ли? А у нас какие глазки? Вот она сама по себе что-то придумала там. Может, мамку позовем? Мамку позовем? Ну, зубы-то, конечно, у них вообще будь здоров. Кусучие такие. Кусучие, есть такое слово? Кусачие. Что она там делает? Хочется, конечно, им играть и больше общения, внимания. Хочется. Ну, я сколько могу, уделяю. Маша сколько может, уделяет. Ну, конечно, не разорваться. Сегодня у меня еще цыплята выводятся, декалп вайт. На следующей неделе бройлеров буду снова закладывать. Плюс еще все это чистить. Это что такое? Это вот кого-то где-то отрали. Чистить, мыть все надо. В общем, ничего не успеваю. Щенки, конечно, требуют. Выкину сюда, внимание. Матка, тебя что, опять раскровили? Вот смотрите, какие молочные фермы тут болтаются. Молока-то вон сколько. Вот пьет кровь точно. Блин, собаку жалко, вообще не могу. Эти маленькие демоны вообще прям. Кто там? Рычит. Раздирают ее прям. Ай, хорошая. И ты хорошая. Потерялась? Кто там потерялся? Иди сюда ко мне, собака. Иди ко мне. Все сюда побежали. Ай, прыгает она. Моделька. А там кто у нас? Тоже. Мишка. Это тоже куда-то побежала. Кто где? Кто куда? Привет! Зеленка это. Привет! Привет! Ай, хороший. Идите все ко мне. Вон там тоже. Сейчас третий побежит. Давайте его позовем. Собака. Я их как называю? Собаки. Куда она там поскакала? Давай, зови ее. Вот мамка сейчас научит вас лаять. Да? Научит лаять. Ай. Дамочка. Упала. Не дошла, упала. А ты такая милая. И ты такая милая. Видите, у них какая шерсть. У этой попушистее, у этой менее пушистая. Там опять драки. Сейчас мамку позовем, она вас покормит. Позовем мамку-то? Так, пересчет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Кто-то в будке, видимо, или нет? Ага, панда там спряталась. Все ко мне пришли. Лити, ко мне! Лити! Не слышит меня? Лити, ко мне! Иди сюда! А, хорошая! Иди ко мне, бегу! Ай, плюс, иди ко мне, иди сюда! Давай покормимся. Давай потерпим еще немножечко. Тебе надо днем-то сдаиться или не будем сегодня днем? Ой, собаку жалко вообще. Никак вы не представляете. Не знаю, представляете вы или не представляете, как мне жалко. Ну, очень жалко. А это все собаки прибежали. Все. Все почти. Всем играть надо. Я вас сейчас закрою. Да. Ой, какая хорошая. Не нравятся нитки, не нравится. Ну, сейчас снимем видео. И я сниму. Сниму ниточки эти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И одна там у нас. Что делать? Зажали они меня в угол. Играть надо, видите, как играть надо? Да, конечно, весь мир им сложно уделять.
столько любви и ласки, сколько они просят. Я уже не понимаю, кто там где рычит. Ушел. Один еще. Хватит мне грызть сапоги. Хватит. Хватит. Я, честно говоря, переживал первое время, что на улице они у меня. Не, нормально вообще. Будка очень теплая, скажи. Очень теплая будка у нас. А это надо игрушку погрызть. Специальная латексная игрушка, чтобы зубы они не портили. Куда ты ее там, этот, за живот-то не надо ее кусать? Вообще ничего от моего губы не останется. И ты вставай, защищайся. Видите, что-то там бесится никого. Хорош! Хорош! Характерные, да, девки? Не нравится? На руки ток возьмешь, самые милейшие создания. Вот друг с другом бывает и поладить не могут. Да, скажу, мы не всегда ладим. Не всегда. А как больно кусает. Вот, вот смотрите, достает ведь. Вот специально лезет ко всем и достает она. Вот ты что лезешь-то ко всем? А? Ты что лезешь? Пусто. А это и просто играть на. Все мы разные, да? Напали на меня, напали. Напали они на меня. А что делают? Грызут. Собака, видимо, там какая-то бегает. Слышно, собаки все лают деревья. Ну кого снимать-то? Кого? Я не знаю. Ребята, я не знаю. Не знаю. Вот еле-еле справляюсь с ним. Еле-еле. Куда? На руки тебе надо. На руки срочно. Срочно на руки. Да? Ты чё? Соскучилась? Соскучилась? Оф. Оф. Ай, чё делал? Целоваться хочешь, что ли? Целоваться надо? Ну, ну иди сюда, иди. Что такое? Я что делал? Ну, давай поцелуемся, давай. Это там играет сама по себе. Это грызет. Якобы замерзла, трясется. На самом деле она просто боится. Иди слезай, да. Завалили, встать не может. Нервничает. Пошла еще. Одна. Ну что, что? Что вы хотите от меня? Может, по домам пойдем уже? По домам? А я работать пойду. Ну?
Пора уже домой спать идти. Да. Да. Давайте в будку заглянем к ним. Интересно же, что они там делают. Сюда я тебя пройду. Да больно. Все, все руки исцарапали. Оп. Спать легли. Твое. Ты что, вышла? Вышла или вышел? Вышла. Вот мальчик. Мальчуганище. Все, давайте домой все. Потихонечку собираемся домой. Побегали, попрыгали, можно и поспать. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот видите, как руки царапают. Тихий час. Спать пора. Кормлю я их сейчас 4 раза в день. Пытался на 3-разовую, но мне показалось, что на улице они тратят энергии больше. И все-таки сделано 4-разово. 8, где-то 12 в час, в 4, в 5. И уже около 9-10 перед сном. Кому-то туда вот. А. Кто там сзади у меня там? Шкрябы. Что делаешь? Вот ты что делаешь-то? Снимаешь камеру. Зверьё. Зверьё. Ай, собаки, собаки. Уже какие мы большие. 6 кг-то это вам не шутки? Не шутки, скажи. Ты чё её там кусаешь? Ну, кажется, как будто один больше, другой меньше. Но на самом деле это из-за пушистости. Да? Пушистость у нас разная. Что такое? А там кто что рычит? А что балуется-то? Ну вот еще, конечно, месяцок-то ему в будку-то не влазить. Не будем все вместе. Да? Я думаю, к тому времени уже все, все разойдутся. Все разойдутся, да? Ну тут что она делает? Ну все, ребятки, все, давайте спать ложимся. Спать? Ты же спать хочешь. Ну ты посмотри на свою физиономию. Ты хочешь спать? Глазки закрываются. Пора спать. Спать пора. Все, спать. Смотри, глазки как закрываются. Спать, спать, мои хорошие. Спать, все. Спать, а мне работать надо. Все, давайте. Калитка закрывается. Тихий час. Беляночки. Вот, вот, вот. Отлично. Вообще не могу найти.
полюбить тебе надо. Полюбить. Полюбить тебе надо. В общем, спать. На это можно смотреть бесконечно. Я реально замерз. Вообще нос красный, наверное. Холодно. Кось она там досталась. Сейчас я точно посмотрю, сколько градусов. А нет, минус 7. Где твоя косточка? Ну-ка покажи. Где твоя косточка? Собака, собака. Почему утомили ее щенки уже, да? Утомили. Ну, ладно, дорогие мои. Сколько смог, столько отснялся. Вы уж извините, я во времени тоже ограничен. Ну а на этом наш сюжет подходит к концу. На ком остановиться-то даже не знаю. Вот там остановимся. О, как раз домой побежал. Все. Пошла. Спать пошли. Не влазит. Все. Это наш сюжет подходит к концу. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока.